камня, которого кидаете, не дает вам стак под меткой. Ты не знал? Нет, не знал, я вообще только заметил. А то, что после молитвы исцеления следом круг исцеления даешь один стак, ты вообще не знаешь? Ну, то понятное дело, что от круга один стак дает. Нет, просто... Монета тут? Если ты молитву кастрируешь. Монета все. Да, что там, запускаем? Да, я запускаю. И что, первым танчиком, что там? Молитву, молитву. Можешь первым, давай первым. Исцеление, давай. Вы услышали опять телка прыгает. Типа быстро после нее круг прожимаешь, один старт. Круто. Вообще, так я, кстати, пожалуйста, так каску по локу, пожалуйста. Это о, обширника еще раз квест этот лорда, ладно? Вот. Спасибо. Можно попросить, пожалуйста, крест Юпи, и каску? Юпи, еще раздай шарните квест. Кресты. Юпи, раздай кресты. Вот, что ты раздал, клак. По кресту, да? Давай каску, дайте метку по кресту. Лапу, пожалуйста, лапу. Каску, каску по варам, дай. Лапу нажмите, друиды. В рейде нет, друидов, к сожалению, да? А, блядь. Я ману пила. Давай, рост. Кричите на хп, на крик вары. Что-то палов нет. Лужи выходи. Ты в ужас стоишь, походу. У тебя один стак, у 12. Ну, видишь, у меня нету ДПМа, я вот так втыкаю. Естественно, наверное, у вас тоже нет ДПМа. Я втыкаю тебя на секретах. Я уже точку прожал, хилите. А. Кралька, подымай перчево. Встанешь? Встанешь? ПЛ поднимай на бахила, встаю. Ты встаешь, я даю гимноману сразу. ПЛ подними на бахила, он там где-то валяется с середины. Давай, ставь. Я звезду. Ну, дайте, кстати, бафы, каску по крестам, по шаману. Мелизона блюет, дважды мелизона, гибнет от хил пою. Блюечет, да? Плохо. Оптимус гимнат хил. О, повезло нам, конечно, с жижей. Присты, давайте взрывом разума бьем. Ретриков нет в рейде. Бахилу инеры, если можно. Давайте присты, поем сейчас после убийства, поем гимноману. Хил КД. Все просто кучки стоят. Я нет. Хил хотел сказать. Бабах. А, я в лапушке не
Ну. Когда бежали, уже бак спал. Странно, я кидаю взрыв разума, но мне баф не обновился. И сейчас тоже опять второй раз. У тебя маны больше, чем у других. Это не зависит от маны, там пытается 10 человек. Наверное, только я один, значит, использую его. Ну, случайно? А, не стоит. Походу. Хотя у нас Все, по-моему, только что медленным бежал, или мне показалось? Я в конус холда. Да, он тоже задумался над с этим бафом. Почему его не... Либо у меня просто в бафах не отображается. Забагался, наверное. Меня слышно было сейчас? Он замедляется от конуса холда, когда прыгает. Может, и в атаков тоже. Можно стоп НДПС проверить. Я только что делал. Не убежал, даже если он был замедлен. Запускайте дальше. Роллинг, трофей. Я ТД. Ну, тут это, решайте там. Тут ДД. Что там эти ТПХ, тут там АДК у тебя? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Паладина, дайте баф на себя. Нельзя, две фишки не одеваются. Войд, что ты бафаешь? Ну, ты кому-то вещь. Благодарю, Верховный. Бафни тогда каску на себя. Наручи. Ты в РК оборвались. И Янту, пожалуйста, ребят. ВВК вообще? ДК и оборванец. Милость! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты поможешь мне! Тебя погубит твоя уверенность! С повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Максус, эреданский повелитель демонов. Давайте в портал. Череп надо захитить. Вот, прожать бабу. Рассеять заклинание с босса из ДК в магию. Юпи, хиль себя. Черепок хилю. Сейчас будет вулкан, надо в него сыпать. Давайте вулкан. Да, посрал. Сейчас надо черепок похилить. Лешин выйдет из рейда. Черепок хилим. Гимн отхил на КД. Что? Да, хилить вот так. Бов надо побить. Не ауешили. What a costly!
Пост. Служить уроком тем, кто беспечно играть с темной магией. Босса 98. Демона. И теперь вас ждет новый противник. Дай, маг, дай, пожалуйста, стол, я штурделя возьму. Так, ты смотрю, тут латы упали, блин, нахуй липало. И прочий хлам. Помощь повелителя демонов, чтобы справиться с ордынским отродьем. Тише, успокойтесь. Никакого заговора здесь нет. Давайте, отходим. Сейчас запустим босса. Турнир продолжается. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного аванга. Смарт Кью, давай тоже танка поможешь потанчить. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклевать. Кто еще может? Тирион, давай тоже. Тирион. Наверное, его. В чате опять любители Ануса собрались. Не знаю, уже их больше нет, поэтому, скорее всего, забанили. Во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. Зарду! Охренеть. Так, давай там, Ваня, держишь. Вара, Смарт Кью, ДК, Айс Фриз, Рогу, Деморонайзер, Ханта. Хант со щитом, ой, это Энг, да? Энг. Да, Энг. Джерин, подержи Энга, пожалуйста. Как обычно, будем локо сливать, а там уже хулипало. Опера убить. Звездочка, лок. Сейчас, подожди, а где этот ДК? А, нашел. В складе есть опция. Не в рекаунте. Давайте, танки, погнали. Бьем звездочку. Быстро вы сливаете. Это как вообще? Давайте хулипало. Ой. Блин. Ну, обдотайте просто других мобов и бейте этот кружок теперь. Особенно при 100 магам это профитно. Ой, масти спел парейд эфир пошел. Ой-ой-ой. Давайте звездочку. Блин. Тоже нам кажется, что на чемпах никто не умер, тогда и на тромбосе тоже. Ну, пусть там утис престолов или катапульты кроги понайдет. Спойлю. Давайте череп добиваем. Не забываем, завтра ЦЛК 18.00. Олег, а ты в курсе вчерашнюю ночную ЦЛК?
Мы как-то с первого трая кильнули босса. Или чё? На профи что-то два или три вайпа, она или час первого. Да. Так на изи, ну чё. Как я тебя кота залил. Не знаю, что там на изи было, но там Синдру убили раза с пятого. Да, на Синдра это вообще реально, да. Не Синдру мы с пятого убили. Синдру и Профа встретила. А Лича с первого. По-моему, даже никто не умер. И чё? Помню. Да, Джерин спас нас от смерти. Отводите ДК крит, кто его танчит с вартью. А кто помог ему ворваться? Некто хулитрис помог ворваться Джерину. Пожалуйста, берите с него канал. Я ему разгон дал, короче. Чё он на меня отхагрился? Это ж ПВП. Да я заметил, что как все время ты был магом. Кстати, правда. Интересно. И ханты, ДК и ханты любят магов убивать. Особенно фаерман, в которых защиты почти никакой против них. Давайте отходим. Сейчас заразрубим. ТТМ убираем пока. Не, никто не умер. Кроме первого босса. Триню. Сейчас, подожди, на мейн триню ролим сначала. Наверное, ты на мейн, верно? Это все на мейн? Да. Айсфриз в танками идет. Ему, наверное, на мейн. Остальные вряд ли. Мордкил ретриком шел. Оборванец не писал, что на танка ролит. Значит, Асфиза за половину. Да, вот это Триня. Обожаю. Она только на мишку и для товара идет. Бассейн. Она лучше ключа. Да. Это сказки. Почему она лучше ключа? Прожим. Тут там 6к поглощения, тут на сколько, 15 секунд, 15% хп. Мне кажется, надо просто жать 5 кнопки и этого хватит на удачу убивать там. Ларь, тебе надо оторвать? Колечко надо кому-то? Вы не были, что ли, на той неделе, когда Валера объяснил, чем он лучше плеча? Да, это сказки, все, они примерно одинаковые. Ну, 3 сел, я умер. Раз, абсурдно. Наверное, все. Нет, а она это тебя раздает на 15 секунд. Это самое забавное, блядь, что я умер. Давайте, чтоб не так было обидно, что я просрал вам мочилу, умрете кто-то еще сегодня. Кто там танчит справа? Ага, Айсфрикс. Сейчас как назло, кто не умрет. Нет, сейчас перепутает опять, не знаю. Что? Метки. Говорю, Олег сейчас перепутает специально метки. Ну, смену цели. Наверное, посмотрим. Ну, давайте, пуляйте. Надеюсь, что не перепутает. А, там, возможно, да, потому что у меня тут ДБМа нет, поэтому я и уже умер. Буду смотреть на надпись босса. Thank you.
чё вы не даете в рейд шрам лететь? Хотите хоть к нам ближе? Давайте меняем свет. Светленько берем. Ну хорошо, что никто не умер. О, умер. На танке прожимайте, сейчас будут хорошенько пробивать. А чё вы? Что-то не сменили цвет. Свет. Было столько времени. Ну надо хорошо тыкать. Давайте трофей. Ты все еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Ой, два раза. Запустить? Да, он сам автоматом запускается, нет? По-моему, нет. Ну, не важно. Сейчас разрулим. Видимо, да, все-таки автоматом. Так, Вар, тебе надо пояс? Оборванец. Нет. Просто написано. Что, на шипе ничего нету, да? Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать Форд. Не знаю, захилите ли вы в 4 хила так. Спокойно. Тут надо охотать пацанов. Мне кажется, нету танка. Захилю. Просто трудно конкурировать на вальках против бисовых шаманов, которые одну кнопку жмут. Тут надо рейд на 30% держать. Да, ты типа он... больше жмешь. Приятно. Да холи приз больше всегда жмет. Холи приз больше всех жмет. Бев толкон нахуй. Почему? Рыба, есть? Холи пал жмет вообще одну кнопку, но в РСК это самый сложный хил. Давайте, забафали рейд? Нет. Это еще по танкам. Ну чё вы хотите танчить? Не, ну, спекаться не спекаться. Давай смарт-кью спекнется, а ты поднажишь. Смарт-кью он спекнется, смотрим, так будет легче. Нет, Ваня в ДД, айсфриз танк. Каску, кулак по хатам, лапу. Еще какой-то танк. Смарт-кью, дуранец. Че? Я просто ники перечислил. Так, все, начинай. Кулак по ханту еще. Любой пан, пожалуйста. Кулак по ханту. Ну, чем не бафить, Владина? Давай, смарт-кью, демаранайзер, вот ходит кулак, попадайте на ханта. Thank you.
ДПС больше. Раньше было 51, сейчас 47. Ну, вроде. Ставьте это тему, спою гимна мана. Бойщик не будет завтра, да? Или кто-то написал 15 минут. Окей. Ну онлайн не будет, так не будем себе. Ну, я могу зайти помочь, просто собрать, но не пойду. Давай, заходи, заходи. Если онлайн будет, то там помощь нужна. Сегодня КД слетело. Чё, КД спал? Сколько? Да. Повешивай. 10 гир. Гостевой транспорт. Какой-то хуйня. 5 человек. Частенько такое. Сколько первый раз вижу? Ну, такое часто. Относительно. И в ВК было. Недавно. Ну, ты где по мне так? Ну вот где-то печально. Блин, у меня ошибка какая-то. Вот эти людей с метками. Слушайте, а ханты там режут хил, да? Что-то медленно выпускается хп на самом деле. Ну это посмотри, как их захилил. Бахила хилил. Маркил можно дать сакру. Теперь можно деморонайзер дать сакру. Не надо ауе дамагом бить. Пою гимн от хил. Фейл, подымай рокстера. Блять, ну не хилить, это не совсем прекращать хилить, вы заебали. Ну блин, там три хила. Там все хилы упали, только ты остался и в конце и еще парство. В смысле, я умер, блять, я встал и опять начал хилить. А, ну ты значит один остался хилить. Повезло. Ну бахил, походу сам упал, потому что я видел хп медленно. Так я упал, я встал и упал. Ну знаешь, 4 хила упало, а ты встал и потом в конце еще копар встал и рокстера реснули. То есть повезло нам. Вась, повезло, вась, что убили. На удачу. Вот это надо кому-то наручи. Че ты выгораешь? Лисовые сапоги, что? Сапоги. Да, да, надо сапоги. Мне показалось, надо. Ну что, 10 гер, собирай, Бьерн. Сейчас дорогой вот, пойду. ШП тоже пойдет, наверное, тебе. Да, кидай. Не, ты кидай вот тебе наручи, вроде никому не надо, да? Да, король, ну. Кидай. Я тебя пока что ЕП захожу. Спасибо. Выходи. Это пульта. 4. Это пульта. Чего? Ладно, сделай рокстер. Три шмотки не брал. Спасибо. Заебать. Давай две штуки. Можешь кидать, Пати, я просунула. Защини. Вар, оборванец тебе надо? Это 258 левел. Игрок не найден. Ну, значит, не надо. А второй, ой, спасибо. Завоеватель. Короче, я не могу вам отдать, вы портанулись уже. Я раздороша.
если что, эту Триньку Бида. К нам не, короче, да. Я уже передал следующему порогу. Если я по вам зайду, она уже не передаст, правда? Нет, конечно. Жаль, конечно. Я же сказал, но я отдал Холли Павлу. Все, теперь можно ей понакинуть. Ой, спасибо, блин, и наручи. А что, мне там деньгали и не дали? Ну, я же говорю, ты в Доноране, не могу тебе передать. Ладно, я могу себе забрать и передать тебе в Доноране. Трейдом, но не делай так больше. На ДК регалии, что он ровно звучит? А, я вижу, на ДК. Я думаю, там два защитника. Кому там надо на ДК? Ты говорил, да? Да, мне есть. Так-то я это в инсте еще. Где? Сейчас я к тебе подойду. Спасибо. Нокдаун.